Говоря о происхождении бильярдной игры, невозможно точно установить время ее появления. Известно лишь, что она, так же, как и шахматы, очень древнего происхождения. Азия, Индия, Китай – разные источники расходятся во мнении, где и кто же все-таки сыграл в бильярд первым. В России эту игру завез из Голландии Петр I. Новинка быстро завоевала популярность и до сегодняшних дней любима во всей стране. Омский регион по праву является спортивным. И очень приятно, что такой вид спорта, как бильярд, который требует ежедневной игры, знаю, требует очень большой подготовки. И мы с гордостью взяли его сюда, в Омский регион, для того, чтобы провести эти соревнования. Омская область уже во второй раз принимает участников всероссийских соревнований по бильярду среди сельских спортсменов. Впервые региональные команды в бильярд сыграли в 2008 году. На этом турнире за звание сильнейшего боролись 47 спортсменов из Воронежской, Кемеровской, Томской, Тюменской областей, а также 5 районов Омской области. Расширилась география участников соревнований. Было в прошлом году 4 области и регионов России явилось. В этом году 6 регионов России. Хорошо, что у нас бильярд развивается в сельских районах именно в Омской области. И у нас представлено 5 районов и команда Министерства спорта. В турнире самыми представительными стали соревнования среди мужчин, которые собрали 33 участника. На первом этапе спортсменов поделили на 8 подгрупп, по 4 человека. По 2 лучших бильярдиста выходили в плей-офф и по олимпийской системе определяли чемпиона. Насколько могу играть, настолько покажу свое мастерство. Соперники приехали тоже не слабые. Смотрю на разминки, да, ребята тоже играют хорошо. Таких-то нету, что подошел, посмотрел и выиграл. В итоге сильнее остальных оказался Алексей Томасов из Пермского края. Вторым стал Михаил Кожаев из Кемеровской области. Третье место занял Павел Князев из Иссык-Кульского района. В других категориях турниры прошли по круговой системе. Так, среди женщин победу одержала Екатерина Липинская из Воронежской области. Второе место заняла Федосия Николаева из Пермского края. Третье – Оксана Лебедева из Томской области. А вот в командном зачете главный кубок получили воронежские спортсмены. Трофей за второе место оказался у представителей Полтавского района. Малый бронзовый кубок достался и Иссык-Кульскому району.